Ну, сегодня был, наверное, не хоккейный матч, а бой, где линия фронта проходила по красной линии. Италия, другая команда, выбралась полностью, отдали себя этой борьбе, благодарны своим ребятам. Команда соперника очень понравилась. Игр таких, думаю, побольше, и интерес к чемпионату возрастет. Поэтому благодарен ребятам, болельщикам, которые приехали в таком составе на выезд, это, наверное, впервые или последний, не знаю, сколько там будет. Спасибо им за поддержку, хорошо работали, так же, как и ребята на выезде. Спасибо. Леонид Ильич, пожалуйста, вам слово. Шикарный матч получился, соглашусь с коллегой. Нет претензий к подопечным ни по самой отдаче, ни по движению, ни по силовой борьбе. Единственное, в чем мы сегодня проиграли, считаю, это древний рамок состава. Соперник использовал 100% из игры большинства, мы использовали 0%. В таких матчах, когда идет рубка не на жизнь, а на смерть, надо определять большинство. Мы, к сожалению, в большинстве ничего не забили, а в большинстве пропустили 2 из них. Это предопределило, я считаю, свой матч. Спасибо. Спасибо. Вопросы есть?